Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба и продолжаем зарубу на Быке Баки и Горилле Брюсе. Сегодня начнем с Брюса, только поменяем ему сборочку. Сегодня у нас будут сложные бои, сегодня будем, надеюсь, тащить, надеюсь, брать топ-1. Конечно, будет опять же нереально сложно, все из-за того, что, ну просто жесть, какой махач там происходит. Итак, что для сложных боев Брюсу нужно будет? Ну, это зубы вампира по-любому, кассетная бомба по-любому, один артефакт опять на выбор остается. Либо взять больше дамага в виде там условной бомбы молотова, либо взять ускорение в виде ботинка. Либо взять сандалис этого в виде ускорения, опять же, какого-то, ну, оно такое себе. Либо взять еще больше выживаемости там, и укол адреналина бахнуть, но это такая себе выживаемость. Один шанс там за 10 боев сработает в плане этого не очень. Поэтому я, наверное, возьму в первом бою бомбу молотова. Если не зайдет, возьмем сразу ботинок. На мой взгляд, это будет правильный вариант. Я собираюсь сидеть в кустах, честно вам скажу. Потому что Брюс у нас отстает очень сильно от бака. Уже почти на 40 рейтинга. Ну, а на 30 рейтинга. То есть это там одна победа. Поэтому сегодня нужно как бы компенсировать это все. А сидеть в кустах, это, ну, один из тех вариантов, который позволит хоть как-то затащить. Итак. С акулом нет смысла драться сейчас, к счастью. Ну, наверное, ребятки, я сейчас умру, скорее всего. Судя по тому, что происходит. Ботов нету, как вы заметили, да? Меня... Ну, мне плохо посняли, да? Там 13 никс. Как бы шансов против... Никса нету вообще никаких. То есть я сейчас умру, спокойно. У меня дробовик то ли не продамажил, то ли я не успел продамажить. В общем, не знаю. Блин, полсекунды не хватило, чтобы откатился активный навык, я бы сейчас его добил. А, кстати, смотрите, чел на Никсе играет с косточкой в сложных боях, как он? Прикольно, да? Ну, что могу сказать, очень интересный геймплей, очень повезло мне. Первая катка прям кайф. Идем дальше. Нравится, нравится. Ну, ботинок бы меня, конечно, спас, в скобочках нет. Хотя нет, он бы дал ускорение, возможно, я смог бы Никса убить. Возможно, но это не точно. Конечно, Никс у меня бахнуть успел. Ну ладно, такое. Сейчас главное лут залутать, хотя бы какой-нибудь начальный. И ботов хотя бы найти одного. Хотя бы одного, понимаете? И мне за прошлую битву ни одного бота не попался даже. Ну там было полкарты. Вот, кстати, вот эта вся территория, ни одного бота. И тут сейчас опять территория, ни одного бота. Офигеть, баланс. Опять 13 Никс, опять в таком скине, офигеть. Опять у меня нету хилки ни одной. Попробуем убить Никса, чё? Он тут стоит АФК, надеюсь, получится. Ну, урона хватило, он как-то маловато все по урону. Ну, артефакт начальный. Вот. Смотрите, он сам меня нашел, как мило. Не, ну реально мило, да? Тут это, паникуешь из-за того, что ботов нет, а тут они бац, сами тебя находят. Приятно, ничего не могу сказать. Итак, сборочка уже плюс-минус так появилась неплохая. Можно уже что-то показать, даже две аптечки есть, это уже достаточно прилично. Как будем двигаться? Будем двигаться через кусты, потом на лед и... Блин, Лизи. Сделаем, наверное, вид, что я типа убежал направо, а сам пойду вниз. Ага, Лизи. Ой-ой-ой. Капец. Офигеть. Просто... Гайд, увернись от яиц Лизи. Ну ничего, она все равно выйдет, я ее... Блин, меня спалили. Ну что, сейчас присодрался. Офигеть, ну как вот... Просто... Ну, верите, да? Ну, ребят, как бы, как играют Никсы на 13 уровне? Бочкалюб, бочкалюб. Ну как еще играть, да, это же... Ай, ладно, у меня просто нет слов. Никсы это Никсы, да? Можно подождать, кстати. У меня, в принципе, зубы вампира вроде бы есть. Не буду врываться. Не хочу почему-то. Там два Никса. Вот понимаете, как обидно вот эти Никсы? Блин. Фух, ладно. Потом качну себе Никса, отомщу всем. Ой, как отомщу. Бобер Бетси, кстати, с отбрасыванием. Я его немножко подамажил. В принципе, я отхилился за счет этого. По большей степени. Мне не то, чтобы его убивать нужно было, просто отхилиться. Кстати, вы видите, как первобытный стих выглядит на бейтсе? Вот такие вот штуки отображаются. А. Понимаю. Проблемы с сетью? Не слышал.
Ууу, как же жестко, как же жестко. Так, сразу ставим стенку. Ну, я, короче, ничего не могу сделать, к сожалению. Это просто капец какой-то. Меня сейчас убьют. Да. Проблемы с сетью плюс куча урона от 14-13 левелов. Это прям перебор. Бобра сейчас зажмут. Блин, какой же он живучий бобер. Еще один бобер. Офигеть. И все играют с канистр гелия. Понимаете, да? У меня были здесь хорошие шансы на победу. Я сделал единственную ошибку, то что зону не посмотрел. Мне нужно было держаться ближе к центру зоны в кустах, и тогда бы было норм. Но я зону не посмотрел, как вы поняли. И по этой причине меня на краю зоны зажали, как бы уже там в шестером, по сути, да. И задамажили. Плюс еще потеря пинга была немножечко не вовремя. Итак, отправляемся сразу в кусты. Постараюсь что-то сделать сразу. Может быть, вот этого Луи убьем, который там в кустах. Хотя Луи это проблема очень серьезная. Из-за того, что у него скорость высокая, и из-за того, что у него мышки, это прям немножко напрягает. Ну, даже не немножко, это очень напрягает. Ну ладно, сейчас я хотя бы кого-нибудь лут тут возьму. И можно, в принципе, уже драться. Опять ботов нету. Как мне везет на них очень сильно. Ну да, в этом плане я везучий. Три боя подряд. Одно и то же. Джейт, я вижу, тут бегает. И все, да? Ну, понял, принял. Как бы вот, геймплей на Брюсе. У вас начальная сборка. Если повезет, то есть. А птичек нету. Это сложные бои, потому что боты от вас все разбежались. Джейд сверху бегает, сейчас она влетит в меня и убьет. Ну, как бы вот, оптимизм прям через все края хлещет с меня. Ну, что поделать. Ладно, сейчас будем что-нибудь придумывать. Надо кого-то ловить в кустах, пытаться убивать, получать с него аптечку и что-то с этим делать. Потому что шансы у меня на победу вообще нулевые. Да даже если фул будет аптечки. О, капец, я тут маневрирую. А он, понимаете, это на халяву. Ну. Брюс не ущемлет ни разу. Даже если был бы у меня ботинок, ну не факт, что бы я его догнал, вот честно. Походу он сейчас умер от короля там. Или это был другой жрок. Блин, рисковать не хочется. Да, видите, там кролик прыгает. Да, это был. Понимаете, вот опять ситуация, да? Ушел от меня, умер от короля. С кроликом, конечно, есть шанс победить. И он хорошая добыча в плане хпшечки. Его можно шотнуть, даже с той сборкой, которая у меня есть. То есть, если он перепрыгнет, к примеру, через эту стенку, я нажму гранатку, активный навык, дробовичок и копьем постараюсь добить. И все. И этого как будет за глаза? Ну, как бы... Вот, ребят, видите, да? Вот он, геймплей. Геймплей. Сидим в бочке до конца, поднимаем рейтинг. Очень интересный геймплей. Ну, хотя я в кусте сижу до конца. Ну, блин, ну, ботов нету, ничего нету, куда? Ну, почти реализовался. У него был укол адреналина, он в этом плане хорош. Аптечки его спасли, но я сделал вроде почти все правильно. Ни разу не обидно, если что. Вот, ни разу. Я как бы нажимал кнопки, они не нажались, ну ладно. Он кроль с кофем, да? Подвижности не хватает. Ну, как бы, вот, вторая битва. Нет, это третья. Третий бой. Все в минус идет. Ну как, минус был, теперь небольшие плюсики, но толку от них нулевая. Опять же, с ботами очень сильно не везет. Они как-то распределяются очень странно. Все сверху и в центре, и больше нигде. И по одному, если повезет, то вот здесь вот распределяется. И как бы... Вон там, смотрите. Два никса по бёрхам. Ну, короче. Сейчас аптечка золотая, чекайте. С первой попытки золотая аптечка. Так, надо убегать отсюда, короче. Пока есть возможность. Нет, все, я уже умер. Вот так вот, ребятки. Вот такой вот геймплей прекрасный на Брюсе, как бы. Интересный геймплей, да, мне очень нравится. Да, прекрасный геймплей. Ботинок бы меня спас здесь, как думаете? Вот, я думаю, что не спас бы. Ну что, давайте последний раз попробуем. Хотя нет, надо пробовать до конца, как говорится. 15 минут, значит 15 минут. Будем сливать рейтинг. Это прекрасно. Просто. Ай, ладно, проехали. Ну, как бы. Что я могу сказать? Ты Брюс. Вот и все. Вот и вся проблема.
ХП мало, наверное, у него. Генри просто взял от меня убежал. А зачем ему со мной драться, правильно? Хотя он мог бы меня убить, наверное. Но, в принципе, у меня сейчас есть сборка, нормальная по урону. Я могу ответить большим уроном в ответ, поэтому Генри, наверное, решил не рисковать. Вдруг шотница еще, да? Без аптечек, без ничего. У меня, кстати, тоже ничего нету. Я решил, наверное, в этот раз сидеть не будем в кустах. Хотя это все равно единственное правильное решение и больше... Ну, блин, опять ботов нету. Вот сколько? Пятая катка подряд. Ни одного бота. Как играть? Где аптечку взять? Блин, понимаете? Даже в легких боях нету такого, что есть сейчас в... Зря напала на акула, возможно. Но как вы понимаете, в легких боях даже нету такого маленького количества ботов и аптечек, которые мне попадаются сейчас на Брюсе. Ну вот реально, ну ни одного, ну ни одного просто за 6 боев. Ладно, за 5 или за 6 уже, я не знаю, сколько уже боев прошло. Это просто... У меня не горит. У меня не горит. Вообще ни разу. Один бот на 10 персонажей, блин. Чё ты стоишь? Камелёш, надо убегать. Не дотянулся, блин. Я не знаю, что делать, серьезно, вот просто. Вариантов на отыгрыш никаких вообще. Ноль. Каким-то чудом я еще выжил. Пытаюсь тут Никса убить. Главное, что аптечку хорошо что забрал. Ой, еще дробовик мне оставили, отлично. Ну это лучше, чем ничего. Как бы две аптечки я успел залутать в этом бою неадекватном. Теперь можно посидеть, подождать, пока они друг друга убьют. Все. Как бы, больше никаких вариантов победы у меня нету особо, как вы понимаете. И зря я сейчас подставился под вторую гранату. Ой, да, сейчас бы с кенгуру драться. О, там другой Брюс 13 уровня. Неожиданно, да, кенгуру? Неожиданно. Ну вот они, видите? Вот они, геймплей командных боев. Что, нравится Брюс? Да, нравится? И мне нравится, очень нравится. Так, заюзаем арморчик. Ну конечно, я промахнулся, а чё нет? Сейчас бы попадать в Брюса, да? Кайф. Я должен победить. Ну, видите, сколько раз я дробовиком попал и сколько Брюс попал. То есть Брюс попал дробовиком в меня намного больше раз, чем я в него. Я сейчас умру. Если чё, скорее всего. Ну ладно, не умру. Обнадежил я себя чересчур. Ой. Немного неприятно то, что Лиззи сверху дамажит, но вроде вживую еще как-нибудь. Капец, просто я в этого Брюса два или три раза дробовиком впритык не попал. Ну там буквально миллиметра не хватило. Это обидно было, капец. Я бы его тогда побил намного раньше и, ну, сэкономил бы хпшки. И лут бы успел поднять побыстрее, там, а копье бы мне сейчас было серебряное, а не вот это вот. Обидно очень, на самом деле. Ну, как вы видите, бомба Молотова мне позволила затащить. Теперь вопрос. Как мне в куст попасть? Да, сейчас бы с королем подраться, которого не смогу победить. Я сейчас пробую короля забайтить, он вроде бы подумает, что я ушел, мне отсюда не видно вроде как. Или нет? Да, он так и сделал. Отлично, забатился король, фух. Сработал мой мув с пяткой. Теперь нужен мув пройти через нижние кусты. Называется мув. Вот через эти вот прекрасные... О, копье. Это я одобряю. Главное, чтобы меня сейчас какой-нибудь пингвин не встретил или какой-нибудь 15 уровень. Шансы, конечно, это есть. Так, ну я вроде спрятался. Теперь моя задача дождаться конца битвы. Это все, что мне нужно сделать, понимаете? Все, больше ничего. Под конец битвы мне просто нужно взять, кинуть гранатку, стянуть всех и как бы все. И бахнуть дробовиком и юзнуть капран. И желательно хилочку успеть юзнуть и не умереть. Все, как бы это весь геймплей на Брюсе, на конец битвы, который я придумал. Больше в голову ничего не идет. Конечно, можно сейчас пойти подраться, но вижу там один дальник с луком. Это может быть кто угодно, начиная от фламинго, заканчивая там Никсом или пингвином или черепахом. 13 уровень я еще вижу. Ну да, черепах, кстати. С черепахом я точно драться не буду. Он с косточкой, кстати.
Не, черепаха сейчас можно, кстати, побомбить. Побомбить немножко. Чтобы ему было не очень приятно. Нужно его дамажить, чтобы он не стоял здесь, не килился. Нужно не дать возможность черепаху выжить. Он самый в этом плане живучий. Так-то получается. Ох уж это Лизя, ох уж это Лизя. Просто два урона, блин, взяла, внесла. Офигеть. Джейд очень странно себя ведет, видите, типа, не агрится, да? Я попробую сейчас себя повести так, что нападу на Джейд. Надо забрать у черепаха возможность. Все. Это моя победа. Домой, черепах. Фух! Я забрал аптечку в конце. Фух. Блин, вот эти неадекваты, которые друг друга не бьют, это капец просто в конце. Ох уж эти люди неадекватные, а. Хейтеры, блин. Ну что, одна победа за 6 или 7 боев, да? Успех, ребят. Я думаю, что это успех. Ах, у меня слов нет. У меня просто нет слов по поводу геймплея на Брюсе. 6 из 7 боев или 5 из 6 боев меня просто убивают в самом начале. Ну, почти убивали в самом начале, да? Либо у меня были такие возможности, что я не мог бы затащить вообще никак. И это печально на самом деле. Ну что ж, что есть, то есть. Наверное, после сегодняшних соло-боев я перейду сразу в командные и больше в соло-бои заходить не буду, потому что, ну, это душнина, которую я не могу просто вывести. К сожалению. Вы должны меня понять. А это все. Если, видимо, вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, что думаете по поводу соло-боев, да, интересно очень. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.